Так. Три, четыре, вместе со мной. Еще разок. Опа! Спасибо. Что все попробуют. И еще разок. Я была в пузыре. Да. Да. Лето, ты пойдешь в пузыре? Да. Валерий. Спасибо. Лето, держать за руки. Не надо, да, не хуй как хочешь. Опа! Пойдем! Присядь! Не бойся, не бойся! Спасибо! Выходи! Подними голову! Пойдешь со мной? Это инопланетное изобретение! Топ! Опа! Алиса? Я тоже хочу. Я поняла. Моя мама тоже хочет. Бабушка Лена хочет. Алиса? Кеса. А вот маленькая. Спасибо. Вот только платье можно так немножко. Или юбочку. Да, спасибо. Спасибо. Что, Линда, как снаружи? Да, снимали уже, да? Получили. Ну, хотя мыла не хватает. Спасибо. Не-не, сейчас такой период, то сейчас пройдет. Спасибо. Так, ну что? Артем, ты был? Да, был. Теперь, внимание, это на самом деле смертельный трюк, для этого нужно. Раствор волшебный, а водичка обыкновенная. Валерия, посидите. Не надо, пока все, посидите. Не надо. Не надо, посидите чуть-чуть. Алиса, нельзя. А вы знаете, что можно еще... Сейчас. Батон из него. Подожди. Эй, лопну. Ладно, еще разок попробуем. Жарко уже как тут. Ну, не хватает. Жарко, наверное, жарко. Уже. Ну ничего, ладно, я покажу так просто. Змея! Какая огромная! Змея! Слушайте, как а давай сейчас! Тут, по-моему, уже заканчивается у меня просто. Мама дорогая. Мама дорогая, можно еще себя? Ну что, понравилось? Да! Давайте поаплодируем друг другу, молодцы. А сейчас, ребят, мне нужно немножко времени, чтобы здесь убраться. Проветриться. Вам можно выбежать на улицу, а потом у меня сюрприз для всех, для каждого. Еще один есть. Окей. Давай, выходи. Смотри, запоминай, как делать пуделя. Одна сардинка, потом маленькая какая-то котлетка, потом опять сардинка, потом опять сардинка. Еще сардинка. Есть не захотелось еще?
Если хотелось есть, есть не будешь сардельки. Точно. Так, и теперь. Опа. Мордочка готова. Пошел в кухню. А это лебедь, да? А, у тебя теперь простой стал. Ну давай, иди, я тебе такой же сделаю. Иди ко мне. Спасибо. Так, давай. А ты такой хочешь? Или все-таки наверх сделать? Сделать? Сделать красивую стрижку. Сделать? Ну давай, я сейчас сделаю, ты потом еще раз сама решишь. На тебя. А вот, пожалуйста, времени нет, ну добро. Так, а просто не нажимай ни сюда, ни сюда, понятно?